Представители Одинцовского городского округа примут участие в 24-й международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда. БИОТ-2020». Мероприятие пройдет в онлайн-формате с 8 по 11 декабря 2020 года. Заместитель главы администрации муниципалитета Павел Кондратский отметил, что на этот раз понятие «безопасность и охрана труда» включает в себя обширный медицинский аспект из-за пандемии коронавируса. Идет выработка новых механизмов и правил в отрасли средств индивидуальной защиты. Вход на виртуальную выставку «БИОТ-2020» откроется для всех зарегистрированных пользователей уже 1 декабря.